Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку, которую вы высказали мне и нашей компании в связи с недавним происшествием в экотехнопарке. В настоящее время мы вместе с Комитетом судебных экспертиз и Департаментом Государственной инспекции труда устанавливаем все детали происшедшего. Причины случившегося носят внешний характер и не связаны с принципиальными свойствами систем SkyWay. SkyWay не подвел, подвели люди. Мы делаем все, чтобы свести возможные отрицательные последствия к минимуму. Мы постоянно поддерживаем контакт с семьей пострадавшего водителя-погрузчика. Техника будет восстановлена. Компания стабильно развивается и подходит к Новому году не с пустыми руками. Например, я вчера вернулся из Арабских Эмиратов, где было подписано серьезное соглашение, открывающее перед струнным транспортом SkyWay большие перспективы в этом регионе. Незапланированный краш-тест в Беларуси не только не напугал наших партнеров, наших зарубежных партнеров, но наоборот, явился доказательством прочности и надежности лесострунной эстакады и противосходной системы транспорта второго уровня. В результате столкновения трактор-погрузчик получил катастрофические повреждения, в то время как Юнибус не только не сошел с путевой структуры, но и уехал затем на станцию своим ходом. До выяснения всех обстоятельств не следует множить домыслы и высказывать необоснованные оценочные суждения. Кормить троллей не надо, пусть сами кормятся. Трудности делают нас сильнее. Как гласит народная мудрость, нет худа без добра. Строй SkyWay, спасая планету!